В России стартовал активный избирательный процесс. С 17 по 19 сентября мы будем выбирать депутатов Государственной Думы 8-го созыва, а в Ульяновской области еще и губернатора. Избиратели интересуются, как будет реализована прозрачность, честность и легитимность выборов. Подробности в нашем репортаже. Одним из средств объективного контроля за ходом выборов станет видеонаблюдение, которое уже высоко оценили избиратели, политические силы и избирательные комиссии. Вот на этих выборах у нас на, скажем так, не менее чем на 412 участках будет организовано видеонаблюдение и во всех помещениях территориальных избирательных комиссий. Видеонаблюдение будет вестись в режиме онлайн, круглосуточно, со звуком и транслироваться на специальный служебный портал Министерства цифрового развития, далее в Центр общественного наблюдения и в пресс-центр избиркома. Камеры будут работать почти четверо суток, с 8 утра 17 сентября до подведения итогов выборов. Все это люди смогут увидеть. Это смогут увидеть представители политических партий по любому из участков, который расположен на территории Российской Федерации. Вот данных в систему ГАЗ-выборы также будет вестись под видеонаблюдением в режиме онлайн. Круглосуточно под камерами будут находиться и те бюллетени, которые избиратели опустят в ящики для голосования 17 и 18 сентября. На тех участках, где видеонаблюдение не предусмотрено, будет вестись запись на специальные видеорегистраторы. Всеобщей трансляции в интернет с каждого избирательного участка, безусловно, в этот раз не будет. Но мы все с вами знаем, что это сделала Центральная избирательная комиссия, исходя исключительно из цели экономии бюджетных средств. В каждом субъекте Российской Федерации будет организован специальный центр наблюдения за выборами. Именно там любой желающий сможет посмотреть трансляцию с каждого избирательного участка в режиме реального времени. Видеонаблюдение будут стоять из двух видеокамер, средства записи и блок бесперебойного питания. Камеры будут установлены таким образом, что будет охватываться все помещение для голосования. Система видеонаблюдения применяется на выборах уже более 10 лет, с 2012 года. Но в этом году впервые будет использоваться масштабный процесс видеофиксации с максимально широким охватом помещений для голосования. Это беспрецедентные меры, но, еще раз говорю, они позволят, чтобы не было никаких сомнений ни у кого в объективности, беспристрастности волеизъявления наших избирателей. 100% охват избирательных участков камерами и регистраторами обеспечит прозрачность и честность выборов. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.